Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazing Roleplay. И как вы поняли по названию, чуваки, я купил себе новый дом. Но сегодня будет не только про дом, ну и еще много чего интересного. Так, что это за дом? Кто не видел на стриме, в принципе, сейчас покажу. Это, пацаны, дом, который у меня уже когда-то был, но на основном аккаунте Кирилл Путбулови какой деактивировали. Вот это домик, какой находится в Батырево, в принципе. Блин, думаю, многие его помнят, что давно на моем канале. Этот дом был уже... Изначально он был у меня, потом он был у Тимохи Домино, потом он был у Монро. У Монро он слетел из-за того, что не заходил, не оплачивал его. Точнее, его вроде печатали, и он слетел. Купил я его за 1 200 000, да, чуваки, дорого, потому что здесь хвостка 400 тысяч. Но это средний класс, пацаны, я думаю, в принципе, ну... Мне нравится просто, мне нравится этот дом. Я его купил, потому что, блядь, он у меня был когда-то, я знаю, что это хороший дом. Да, я переплатил, я купил его, если точно говоря, то 1 200 000 и 50 тысяч сверху дал. Так, у нас тачка сломана, давайте пойдем купим ремку. В принципе, да, купим ремочку. Здесь рядом у нас находится 24/7. И что еще я хотел рассказать, пацаны? А это то, что я получил в арендник. Смотрите. Un Warn. Я получил Warn. Причина нарпоезда. Что я нарушил, пацаны? Вы думаете, да, ой, ебать, я там по полям хуярил. Нет, не тут-то было. Знаете, есть за перекрестком в Арзамасе каток. Так вот, я катался там на Ямахе, на этом катке. И меня, ну, и мне выдали варн по причине нарпоезда. При Тимохе, можете у Тимохи видос посмотреть. Там видео, по-моему, называется «Блатная машина», что-то типа такого. И мне дали варн за того, что я катался на катке, хотя я стримил, помню, там. При админе ездил, и ни хрена такого не было. А, repair car, или как там, во. Уже забыл, блин, на самом деле, потому что у меня такая беда была с интернетом, и у меня то интернета не было, блядь, 2 дня. То свет пропадал. Вообще какая-то дичь происходила. И, блин, мне дали варн. Хотя Тимоха тоже на РНЖ там катался. Во время того, как меня наказали. Ему ничего не сделали. Мы не выдали варн, ему ничего не сделали, понимаете? Не, это хорошо, и, в принципе, я доволен за него, что ему ничего не сделали. Но, блядь, какого хуя? Понимаете, какого хуя? Мне выдали варн. Вот в чем я не понимаю. И меня это на самом деле бесит. Так, а сейчас можно красный ездить? Я не помню, до скольки... Ну, можно? С 12 до какие? До 7 утра, по-моему? Или нет? Я на самом деле не помню. Какой-то... О, блядь, что-то я засмотрелся на генерала там на машине. Сейчас зайдем, оплатим дом. В принципе... И расскажу о плюсах дома, в принципе, да. Куда я собираюсь идти, пацаны? Да, я был в семерке в ОПГ, когда мне дали варн, в принципе, да. На самом деле, я думаю, знаете, пойти в ППС. Пойти в ППС, потом докачаться до какого там, до 5-го ранга нужно докачаться, чтобы в ФСБ перевестись. Перевестись в ФСБ, короче, и быть в ФСБ. Потому что, во-первых, я не был в ППС. Я действительно никогда не был в ППС, за год даже больше себе играю в КРМП, именно на Амазинке. Понимаете? И я хотел бы в ФСБ пойти, потому что, во-первых, туда очень трудно попасть. И во-вторых, я думаю, там будет очень интересно снимать, пацаны. Поэтому, я думаю, вы будете за, потому что, блядь, ну, ПГ уже заебало вас, я думаю. Я постоянно в ПГ иду. В принципе, блядь, но... Решил теперь, когда варн слетит, он слетит завтра.
Возможно, я задонил, если, ну, сниму его сегодня. Хрен знает, короче. Сейчас, кстати, 6 утра, если чё. Онлайн небольшой. В принципе, поэтому... А у меня Ямаха целая, надо глянуть. Ну, у меня есть оружие там какое-то. В банке у меня осталось 1 500 000. В принципе, вот видите, там предупреждение из 3. Металл... Блин, ни хрена, ни патронов, ни хрена нету. Это на самом деле плохо. Давайте, не знаю, может, поедем на ВЧ, пробуем спиздить металл. Вот какой еще плюс этого дома? Во-первых, ну, смотрите. Тут 24 на 7 находится. Да, заебись. И вот здесь я могу сразу проехать, спиздить патронов, вернуться домой и положить в шкаф, понимаете? Ну, можно потом будет ночью, ну, либо не ночью, там, патрончики таскать. Я думаю, это будет заебца. Надо сейчас еще в аптеку заехать, купить аптечек, потому что у меня хп, видите, как много. Но я думаю, меня захуярят просто, и на этом все закончится. В самом-то деле. Потому что у меня оружие, я без оружия пойду. Если на складе никого нету, в чем я сильно сомневаюсь, то, блядь, мне повезет, конечно, да. Так, пишем Хелми. Извиняюсь, я немного буду заговариваться, потому что, блядь, я буквально проснулся 11 минут назад. И это не шутка, я реально проснулся 11 минут назад. И поэтому я заговариваюсь немножко. Так. Я вам дальнобойщиком устроился пока что. Не знаю, посмотрим, можно будет дальнобойщика поснимать какое-то время. Либо еще какие-то работы, там, не знаю, на пожарке погонять. Ну, пишите в комментариях, в принципе, там, поснимать будем дальнобойщика, либо еще какие-то работы. Пока, в принципе, я не во фракции, пока у меня вареник. Ну, вареник слетит завтра, но все же. Если много будет людей, какие напишут, типа... Когда я поехал? Напишут, типа, вот, давай снимать, там, будем дальнобойщика, либо еще что-то, то я поснимаю. Там, не знаю, недельку, может, там, пару дней, полнедельки. Посмотрим, короче. Но я хочу, на самом деле, очень в ППС. Почему не ДПС, пацаны? В ДПС я уже был с основного аккаунта, Кирилл Подбулов, как бы, ну, я там все знаю. Да, охуенная фракция, не спорю, мне там очень нравилось. Я там дошел до 8-ки, по-моему. Не, до 7-ки. Но, блин, я там уже был. Мне нравится, пацаны, новое, поэтому мы... Пойдем в ППС. В ППС я не был. Мне интересно посмотреть, что там и как. Потому что ДПС, ППС это разные вещи, как мы знаем, в принципе. Варн, кстати, я получил после стрима. Помните, я стримил, да, когда я еще там бухал. Я вот в тот день, точнее в ту ночь, в то утро, где-то часа 2 ночи получил варн. Не в 2 ночи, где-то в 4:30 утра. Я получил вареник, короче. И вот до сих пор не слетел. Да. Так, у нас чуваки какие-то. Да. Сейчас бы дэмить нахуй. Этот чувак вообще неадекватный, блядь. Здоров. Блядь, нахуй дэмить, я не понимаю. Какой-то чувак долбоёб, блядь. Сейчас у меня соточка накапает, я его... Бля, у меня аж металл, я не металл не брал. Вот я дебил, сука, я металл не брал. Что? Часами выебывают. Ой, блядь. Ой, блядь. Был бы не металл, чувак, я бы тебе, блядь, пиздец бы настрелял. Ой, блядь, было бы чем выебываться, господи. Ну реально, блин. Сейчас мы патрончику навпизим. Блядь, у меня же дома патроны были. Надо было взять, что-то тупанул. Ладно, сейчас хотя бы 200 патронов возьмем. А то они какие-то неадекватные вообще. Извините, чуваки, за мои зевания, блядь. Сами понимаете. Время. Мое.
А я лег, блядь, только в час ночи, нахуй. Проснулся в 6:20 утра. 93 бучих обоймы выпустить. Всего лишь 93 обоймы, ебать. Че? Вообще как два пальца, нахуй. Мне еще винторез и... Не, все скиллы, но рецепты я еще не все купил. Бля, можно бы какой-то рецепт, кстати, купить. Какой-то нормальный. Я бы на снайперку купил бы рецепт, пацаны. Но, блядь, сколько она стоит, я не помню. Блин, если 1400, то, блядь, я куплю реально. Просто 600 тысяч, по-моему, я стою, помню, стоит, блядь, сука. Конечно, такое, блядь, знаете. Не очень. Дороговато, дороговато. Потому что я сейчас деньги, понимаете, коплю. Особо деньгами не разбрасываюсь. Ну, все же, блин. Но все же, КСУ вот так качается. Блять, пацаны, задоньте, блять, 200 рублей, нахуй, не ебите себе мозги. Реально. Ну, 200 рублей же скиллы стоят сейчас, даже посмотрю, блять. Или 100. Или 100, или 200 рублей, короче. Ух, ебать, у меня 3 доната рубля, ебать. Так, повысить законопослушность, военный билет. Навыки оружия. 200 рублей, пацаны, скиллы все стоят, ебать. Купите, нахуй, не ебите все мозги. Потому что, блин, мне кажется, это проще купить 200 рублей, блядь, это не прям уж дорого. Я заново все ганы с нуля на сотку. Ну, блядь, всю ночь, блядь, хуярить в стену, конечно, такое занятие. Бедный чувак, конечно. Ладно, все, 300 патрончиков, я думаю, мне хватит, поэтому мы отчаливаем. Сейчас поедем посмотрим, сколько рисует рецепт на снайперку, потому что... Мне реально интересно стало. Если она уж не такая дорогая, блядь, еще я сомневаюсь, то можно будет ее купить в следующей серии даже. Просто у меня в банке 7,5. Блядь, и что-то мне неохота тратить их. Ну, бля, если снайперку купить... Ну, снайперка, пацаны, лично не бывает, поэтому... Можно будет и купить, конечно же. Но смотря сейчас, сколько она стоит. Смотря сколько она сейчас стоит. Посмотрим. Блять, цены задрали, конечно, там, блядь, писюны, сука. Раньше подешевле все было. А через зна покупать рецепты тоже не варик. Так. Ага, есть за 300 тысяч, есть за 600 тысяч. Бля, ну за 300 тысяч, если брать уже, то за 600 тысяч, то, блин. Ну я лучше за 300 тысяч куплю. Что-то еще есть. Штурмовые винтовки. Ебать, а К-47 стоит 400, бля, я ебал. Короче, пацаны, судя по всему, в следующей серии мы покупаем себе рецепт на снайперку и просто пиздуем на ВЧ. Да, я думаю, этим мы и займемся в следующей серии. 300 тысяч, думаю, не так уж и дорого. Да, она хуёво по-любому будет стрелять, чем за 600 тысяч. Но, в принципе, ладно, похуй, попробуем хотя бы, что это. Потому что, блин, я не хочу большие бабки тратить. Я, пацаны, коплю бабосы на какой-то либо бизнес, не знаю. Хрен знает. Я бы, кстати, 24 на 7 бы купил. Только бы лямов так за 3 купил бы его. Ну ладно, пацаны, это у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.